парни, с победы, волейбольной победы 2-1. Расскажите о своих эмоциях, это было, по-моему, невероятно. Ну, с самого начала игра у нас не получалась. Сегодня как-то плохо шли передачи, в ворота мяч не залетал. И вообще, в принципе, соперник играл неплохо, но повезло, что вышло так, как вышло. Ну, я тоже очень хочу отметить соперника, очень сыгранная команда. Видно, что, несмотря на то, что они первый раз играют в СФЛ, именно таким составом, очень сбалансированным. Видно, не зря они тренируются, не знаю, их тренирует Эльдар Абдулаев. Хорошо играют, и честно нам по результату сегодня, мы не заслужили победы, нам повезло, на мой взгляд. Ваня, расскажите, как вы думаете, почему так не получалась игра, почему не клеилась? Не могли настроиться или не вкатились еще в зимний кубок? Ну, тут много факторов, я думаю. Во-первых, сначала, да, мы только закончили играть в премьер-лиге, первый круг. Тут все-таки формат немножечко другой. Наверное, многие игроки еще расслабились после того, что у нас удачно все идет в регулярном чемпионате. Вот. Ну и соперник молодец, да. Ну, конечно, недонастрой, мне кажется, сыграл сегодня с нами. Именно недонастрой не то, что на соперника, а вот скорее вот самих на себя. То, что мы в СФЛ так играем сейчас. Уверенно проходили этот первый круг. И сюда пришли, конечно, ну, глаза не горят, еле двигаемся. Передачи, как будто, я не знаю, как будто кашу сегодня с утра не съели. Ну, то есть, очень плохо играли, очень плохо. Пани, как вы думаете, начинать выступление с такой победы, это лучшее, что может быть? Лучше, конечно, начинать с уверенной победы, но такая победа на эмоциях тоже будет полезна. Я думаю, в дальнейшем это поможет нам завестись. Да, и мне кажется, что сегодня наша игра, именно вот как мы перемещались, как мы двигались, очень показательно, что в следующий раз, мне кажется, если мы так с первых минут начнем играть, нужно не делать так много замен. Люди, которые, не знаю, не хотят, не уверены, там, что они могут сегодня играть, их надо просто держать на скамейке. И, ну, потому что, на мой взгляд, пол состава сегодня просто, ну, как будто не хотели приходить вообще сюда.